В этом году в ходе чемпионата 211 лучников разыграли 6 комплектов медалей. В итоге половину золотых наград завоевали бурятские спортсмены. Особенно приятно, что наши спортсмены из республики взяли 3 золота. Светлана Гамбоева, женский лук, классика. Эрдем Садыков, среди мужчин, классика. И Эрдем с Ириной Степановой в миксе. Вообще наши, конечно, молодцы, это радует. Но я хотел бы поздравить всех участников, всех спортсменов, кто занял здесь призовые места. Победители помимо медалей получили по 100 тысяч рублей, серебряные призеры по 70 тысяч, бронзовые по 50. В целом же, как отметили спортсмены, тренеры и специалисты, чемпионат России в Улан-Удэ прошел на высоком организационном уровне. Здесь проходил чемпионат мира по боксу, чемпионат России по борьбе, то есть синхронное плавание готовилось, то есть сам отношение руководства республики, правительства к спорту, физической культуре. Я считаю, я хочу выразить благодарность на организационный комитет, Министерство спорта и Федерации Республики Бурятия стрельбы из лука. Приложили огромные усилия для проведения на высшем уровне, я считаю, проведенного чемпионата России. Также в ходе церемонии закрытия состоялось вручение значков и удостоверений новоиспеченным мастерам спорта. В этом году на чемпионате России сразу 12 лучников выполнили этот норматив. Андрей Слепнев, Батыр Ламбаев, Вячеслав Батоев. Новости дня.